На причале в поселке Иннокентьевка Николаевского района транспортные полицейские изъяли крупную партию черной икры. 16 килограммов дальневосточного деликатеса на борт теплохода принесла 37-летняя жительница поселка Маго. Браконьерская добыча была расфасована в 32 пластиковых контейнера. Контрафактный груз женщина особо и не скрывала. Икру она перевозила в дорожной сумке. Задержанная рассказала, что икра чужая. Доставить ее в Хабаровск она согласилась из корыстных соображений. Сотрудниками Николаевского линейного отделения полиции установлено, что женщину попросила перевезти деликатес в дальневосточную столицу односельчанка, жительница поселка Мага Хабаровского края, за вознаграждение в 20 тысяч рублей. В Хабаровск сельчанка ехала по личным и совершенно не криминальным вопросам. Она собиралась подобрать вуз для своего сына-выпускника. Изъятая икра по ценам черного рынка стоит около 80 тысяч рублей. Однако урон, нанесенный природе, как правило, расценивается намного выше. По факту обнаружения икры осетровых сейчас проводится проверка. Сельчанку ожидает уголовное преследование за незаконный оборот водных биоресурсов. С места происшествия Михаил Сергеев по материалам окружной транспортной полиции.